Продолжаем веселое путешествие. Так, едем у нас здесь. Опять-таки сложное место. А, здесь я вчера ездил. Слушай, кстати. Здесь сундуки очень часто попадаются, потому что место-то сложное. Но, в принципе, я помню. Еще как куда ехать. Да, может быть, здесь 10 уровня сундучков набьем. Опа, давай, да ё-моё, куда я упал? Неужели я разбился? Да, разбился. Так, просто форест, просто лес. На таком мотобайке поехать, что ли? Так, ну что, пришло время для машинки баги. 10 километров здесь наезжал. А это просто сумасшествие. Ну ладно. Баги у меня лидер. С прокачки. Так, двойные монетки. Как раз мы должны нормально поднять денег. Да, и движок хороший. Баги проезжают в такие места. Ладно, короче, если я побольше денег заработаю, я прокачаю еще баги немножко. Потому что он это заслуживает. Машинка. А вот скинчиков мне мало дают на баги. Только 2 скина всего лишь. Ладно. Давай будем считать, что с 6000 начали. Сейчас мы до 6000 наберем монеток. Посмотрим, сколько заработаем. Потому что у меня двойные монетки. Вот, почти что 6000. Сейчас мы наберем 6000. И с них будем считать. Да, набирается быстро. Все, 6000 есть. Двойные монетки, это тема. Так, жалко, что сундучков нету. Сейчас бы я еще сундучков понасобирал бы. Так, 6000 есть. У нас уже 6300. Так, бензин. Надо вернуться за бензином. Все, едем. Поехали. Да, ускорение очень комфортное. В баге. Ускоряемся спокойно, причем. Да, немножко задирает нос, но ничего не поделаешь с этим. Скорость хорошая, быстрая. Ой, монетки, монетки, монетки. 7000 уже у меня насобиралось. Это очень хорошо. Двойные монетки. Так, здесь я. Вода вот это опасная. Так, а до той баги я не доеду, да? Что-то она очень быстро ездит, машинка. Ну, давай эту попробуем перегнать. Обогнать. Опа, 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 монетки, монетки, монетки. Не собрал монетки. Блин,
Жалко. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тихо, бревно. Меня чуть не убило. Так, ну, блин, 10 монеток не собрал. Ну, страшно. Так, главное не спешить. А, вот эта тачка у меня вторая, тоже мощная. Она по умолчанию была быстрая. После небольшого улучшения она прям... Смотри, как баги быстрая. Блин, бензин не взяли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, теперь я до бензина уже точно того не доеду. Теперь нам нужно до следующего добежать. О-о-о, начало пищать. Это плохо, 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 плохо. Где у меня бензин? Вот, успели, успели. Бензинчик взяли. Это вот все моя такая неугомонность. Так быстро ездить тоже опасно. Потому что мы хотим рекорд побить, да, и монетки двойные. Нам очень полезны. Угу, 9 тысяч насобирали. Фига, какой спуск крутой был. Так, это я в этом месте ездил, помню. Вау, я баги догнал. Привет, чувак. Вот я тебя и догнал. Главное не спешить. Угу, десяточка у меня уже, 10 тысяч насобирал денежек. Так, и до рекорда у меня еще больше половины. Больше половины проехать надо. Вот это да, вот это я здесь проехал в свое время. Ну, постараемся рекордик сделать новый. На баги. Так, бензинчик. А-а-а, бензин взял. Блин, что вернуться за бензином? Ладно, мы сейчас это до нового поедем. Не знаю, теперь я успею до бензина доехать или нет. Наверное, нет, к сожалению. Блин, до бензинчика далеко. Да, нельзя пропускать бензинчики, потому что можно проиграть спокойно. Давай возьмем тогда, у меня еще вот есть такой вот скутер, на скутере 1000 метров я проезжал. Ну, давайте посмотрим.
Так, ну ничего, что не установили рекорд, ничего страшного, как бы. Побить свой собственный рекорд, это тоже сложно. Так, а вот на скутере. Сейчас попробуем проехать. Ну вот, 5000 мы заработали на двойные монетки. Так, скутер, давай. Так, скутер тоже надо прокачивать, ну. Пока у меня скутер не в приоритете. Чтоб я его прокачивал. Хотя, деньги есть. Можно и качнуть, но это мало что даст скутеру. Это прокачка. Не думаю, что там что-то изменится прям кардинально. В лучшую сторону. Опа, разбились, да как так? Ну что ж, ладно, 900 метров проехали.